Почему так получилось, что три дома сразу у нас? Не успели пожарные или как? Нет. Или жара такая? Это жара и ветреная погода. А в основном уже, это, скорее всего, поджог был от маленьких детей. Пока вот такие причины. Еще неизвестно. КПН еще смотрит все эти вопросы. Там уже известно будет. Пострадавшие были? Нет, пострадавших не было. Так как три нежилых дома, один только жилой дом был. Все, пострадавшие не было. Вот все, хозяйство построили только что. Вот забор испили, испили, не перегородили, испили. Еще она достроилась. Теперь как виновников-то, как теперь искать-то? А? Как теперь виновников искать? Они расспрашивают у работников, которые этим занимаются. Не знают пока. Электричества там не было. Гроза молния не было. Дети не играли. Перекинулся. Вот перекинулся с жилого дома. Черт не знает, что там произошло не с жилого дома. Вот разбирается начальство для этого. Спрашивает, нет. Не знаю. Даже не думать вопрошка не соображает пока еще. А чего было? Там два дома не жилой было. Ни газ, ни электричество там, ни прачка, ни сами, ничего не было. В общем, не уже лет, даже сколько не жили там уже. А эти дома были. Пострадавших не было? Нету. Ну, живность в сарае, который. Козы, куры, кролики, вон машина, АК сгорела там. АК? Ага, вот АК внутри стоит там.